В Красноярске состоялся очередной этап краевых соревнований «Школа безопасности». 15 команд, а это примерно 200 человек из разных школ края, сегодня проводили поисково-спасательные работы на акватории. Задача школьников – показать свое умение сплавляться по реке, спасти тонущего человека и оказать первую медицинскую помощь. Впереди еще два дня соревнований, где командам предстоит ориентирование на местности, этапы пожарной эстафеты и полоса препятствий. Данное мероприятие как раз и призывает к тому, чтобы обучить ребятишек основным навыкам поведения на водных объектах. Это как возможность управлять маломерными судами, в том числе вот возьмем ял. Это прежде всего как оказывать правильно бросать круг и как оказать помощь, то есть какие средства используются, в том числе для спасения.